Говорят, история учит, но мы плохие ученики, поэтому снова и снова нам приходится повторять свои невыученные уроки, надеясь, что, может быть, в следующий раз мы поступим так, как положено, наследникам. Да не было в 14 веке никакого русского народа, никаких национальных русских интересов. Новгородцы были, псковичи, московитяне, рязанцы были, суздальцы, а русских не было. Сами себя они русскими не считали. Глеб, не обращайте внимания, просто это зависть неудачников. Наш пацан и правильный. Я понимаю, что сейчас любая тема неизбежно обрастает украинскими ассоциациями. Ну давайте все, держать себя в рамках исторической передачи. Я говорю, ты его не слушай. Дверь закрой, дверь, не открывай. С вами выше. Дорогие зрители, я прощаюсь с нашей программой «Наследники».